Добрый день, дамы и господа, с вами магазин Автоток. Сейчас представляем вашему вниманию штатное головное устройство на Kia Ceed Android 6.0.1, 1 гигабайт оперативной памяти, 4-ядерный процессор, 16 гигабайт встроенной памяти. Разрешение экрана 600 на 1024, сам он 7-дюймовый, сенсорный, емкостный. Встает на место прежней магнитолы идеально, без щелей и зазоров. Подключение пин-ту-пин, ничего дополнительно переделывать не нужно будет. Но перед установкой не забудьте выкрутить вот отсюда вот такие установочные болты. Иначе при загрузке диска в DVD-привод может в худшем случае сломаться и повредить все внутренности. В комплект входят фишки подключения. Вот они уже стоят. USB кабель, RCA кабеля. Поддерживаются внешние носители до 2 терабайт памяти. Также кабель под микрофон, сам внешний микрофон, выносная GPS-антенна, Wi-Fi усилитель, USB удлинитель и дополнительный RCA кабель для видеорегистратора. Посмотрим на саму магнитолу. Здесь у нас заглушить звук, вернуть обратно. Изменение яркости, полезное в тем время суток. Это переключает обратно на меню. Это смена режима. К примеру, сейчас перешла на навигацию. По умолчанию установлен GPS-тест, но поставить сюда можно что-то свое. К примеру, скачать Яндекс.Карты, Google Maps с Play Market или поставить на Viettel. За левой заглушкой у нас мини-USB разъем и слот под GPS, маленькую карту навигации. Под правой заглушкой AUX разъем и мини-SD слот под карту для мультимедийных файлов. Это прямой переход на Bluetooth систему Hands-Free. Нажимаете поиск, и когда ваше устройство синхронизируется, будет доступна клавиатура и список контактов. Это прямой переход на радио. Сохраняем вот здесь любимые свои частоты. Можно вот так поискать вручную или через экран. Прямой переход на эквалайзер. Здесь также можно выбрать настройки из уже имеющихся или поиграться с полосками и с балансом, чтобы найти свой идеал. Это снова переход на систему навигации. Также на главном меню здесь есть стандартная шторка Android. Делаем скриншоты. Можно здесь изменить яркость. Чистим память. Список приложений вытаскиваем. Так выглядит музыкальный проигрыватель. Стандартные композиции уже предзагружены. Так же, как и с видеопроигрывателем. Можно смотреть как из внутренней памяти, так и закачать, так и смотреть напрямую с внешнего носителя, к примеру, с жесткого диска, и наслаждаться качеством. Зажав вот эту клавишу, можно изменить цвет кнопок, если вам надоест. Конечно же, есть пункт управления кнопок на руле. Нажимаете интересующую вас функцию, зажимаете, и таким образом система будет запоминать. Всем спасибо за внимание, с вами был магазин Автоток, ссылка на товар будет в описании под видео, подписывайтесь на канал ВК, Инстаграм, покупайте на автоток.com.net, всем до встречи!